Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress at Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A12s. И в этом видеоролике мы вам покажем, как включить темную цветовую схему этого телефона. Для этого нам надо зайти в настройки. В настройках выбрать пункт «Дисплей». Упс, нажал не туда. «Дисплей». И нажимаем на темный, после чего весь телефон становится в темных тонах точно таким же образом в дисплей, и мы можем сделать наш телефон обратно светлым. И на этом мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!